3 сентября в нашем календаре особая дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Сегодня в России вспоминают жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших, исполняя служебный долг. В Северском парке имени Пушкина прошел традиционный скорбный митинг. Всех призываем всегда быть бдительными, осторожными, а самое главное – беречь самое дорогое, что у нас есть – наших детей и внуков. Еще раз всем мира! Стабильности, здоровья, благополучия. Храни вас Господь. Трагическая дата 3 сентября неразрывно связана с ужасными событиями, произошедшими в Беслане. 334 жизни забрали террористы в Беслане. Бесцельно, бессмысленно, потому что зло пожирает жизнь. Правильно, мы не говорим о национальности, мы не говорим даже о религии, не говорим о вере, потому что человек теряет себя, теряет человека в себе. В заключительной части митинга все присутствующие возложили к памятнику цветы и поставили свечи. Этот день призван символизировать объединение государства и общества в борьбе с общим врагом.